Начнем этот день с того, что мне опять пришла посылка с Amazon. Можете сделать вывод, наверное, что у меня почти в каждом видео есть что-то посылки из Amazon, но это, друзья, это реально удобно, когда ты заказываешь на сайте, видишь отзывы на этот товар, и тем более у меня косметика вся белорусская уже закончилась, все мои заказы, закупки мои, все, лимит мой закончился. И мне теперь нужно искать что-то здесь в Италии, какую-то косметику на замену, поэтому буду что-то пробовать. Много всякой косметики на пробу идет, поэтому давайте откроем эту посылочку. Она меня уже ждет целый вечер. Вчера я уже хотела ее открыть, но решила подождать до утра, чтобы вместе с вами открыть ее вместе. Итак, друзья, вооружилась ножом. Открываем посылку. Что здесь я заказала? Здесь будет все косметика. Вся посылка из косметики состоит. Все ссылочки я оставлю на косметику в описании под этим роликом. Так что, кто заинтересуется, нужно будет еще, конечно, и протестировать ее. Ну, брала первый раз, кстати, и не знаю, как оно будет по качеству. Надеюсь, будет хороший состав. Итак, есть вторая коробка. Ставлю сюда. Много бумажки. Еще бумажка. Все, выставлю и потом посмотрим, что я заказала. Последний предмет. Итак, давайте, наверное, еще откроем вот эту, чтобы была полная картина всего заказа. Открываем. Еще бумажка. И еще одна коробка. Коробка в коробке в коробке. Туда. Так, еще одна коробка. Может быть, в коробке еще одна коробка? Ну, посмотрим. Надеюсь, это последняя коробка. Заврядить, аккуратно откроем. Итак, здесь 4 тюбика. Сейчас достанем все. И я вам все покажу. Детально расскажу. Еще одна коробка. Итак, что я взяла? Для начала расскажу о вот этих бутылечках. 4 штуки. Почему 4? Почему вот эта фирма? Вот я вам поближе покажу. Это молочко для снятия макияжа. У меня закончился мой белорусский тюбик. И мне нужно было срочно что-то под замену, так как я пока не ориентируюсь во всех итальянских марках. На Amazon нашла вот такую фирму. Пишут, что это швейцарский состав, то есть сделано в Швейцарии. Да, швейцарское производство. По отзывам на Amazon писали, что очень всем нравится. Выглядит вот таким образом. Понюхаем. Пахнет очень вкусно. Если вам будет видно, на коже очень нежно наносится. Ой, запах вообще шикарный. И Amazon, кстати, не продавал по одному бутылечку, продавал по 200 мл, 4 сразу упаковки. Поэтому надеюсь, что очень хорошо будет справляться со снятием макияжа. Но запах вообще шикарный, друзья. Конечно, очень мягкая кожа. Люди заказывали большими партиями часто, по несколько даже раз. Пишут, что очень хорошее качество. Ну, посмотрим, протестируем. Следующее – это вот такая вот банка для волос. Такой марки, профессиональная линейка.
Тоже отзывы были очень хорошие. Фирма Alama профессиональная. И да, написано итальянское профессиональное качество. 500 мл. Все цены я оставлю прямо вот здесь на видео, вы увидите. Заказывала тоже на пробу. Сейчас мы с вами откроем. Смотрим. Консистенцию. Ну, вроде как. Запах очень вкусно пахнет. Такой с ноткой даже. Какого-то цветка жасмина или лаванды. Что-то в таком роде. Маска. Будем пробовать. Люди писали очень классные отзывы на них. И также, что такая марка очень хорошо идет, ну, как и все, наверное, так предлагают. Может быть, это маркетинговый такой ход, не знаю. Возможно, конечно. Использовать одной шампунь и маска, и все остальные виды этого бренда вместе. То есть маска и вместе с шампунем. В общем, я заказала вот этот шампунь лишь, наверное, из-за того, что мне нужно было для бесплатной доставки еще там 4 евро что-то купить. Решила попробовать. Тоже, видите, идет та же самая марка, фирма Alama. Профессионально пишут, что здесь нету колорантов, нету силиконов, парабенов, в общем, всех-всех этих вредных веществ. Восстанавливающий для сухих поврежденных волос. Что надо, короче. Будем пробовать 500 мл. И последняя также моя покупка. Это витамин С для кожи. Тоже профессиональная линейка. 60 мл. Марка Florence. Bio Cosmetic. Витамин С. И также гиалуроновая кислота для кожи. Вот так сложно открывается. Ну, такие капли для лица. У меня такие были, похожие марки Vichy. Закончились. Хочу попробовать что-то другое. Вот, если видно будет. С таким дозатором. Сейчас мы ее откроем. Ну, я думаю, многие такие уже видели, может быть, даже вы и пользовались. Если пользуетесь чем-то подобным, напишите в комментариях, чем, какой результат. Но я вот заметила, что я раньше в Беларуси как-то не особо следила за кожей, и моя кожа была такая вся там в прыщах, и не знаю, может быть, это еще от питания, конечно, зависит, от погоды, от качества воды, от многого-много, конечно, от сахара, питания и всего остального. Но здесь, когда я приехала в Италию, я стала пользоваться другой косметикой, и вообще, конечно, поменялось питание и все остальное, но то, что меня спасло, это, конечно же, очищение лица и увлажнение. Это две такие вещи, которые раньше я, наверное, пренебрегала в Беларуси, но здесь я стала за этим следить, и кожа, видите, как без прыщей в основном, намного успокоилась, лучше стала. Поэтому будем пробовать новые новинки какие-то, что предлагает нам Amazon и остальные магазины. Поэтому вот такая, друзья, была моя закупка на Amazon. Если вам понравилось, ссылки оставлю в описании. Если вам захочется что-то тоже попробовать, можете смело заказывать.